Программа выходит при финансовой поддержке ОАО «Приморский». Английский детский клуб Little House предлагает уникальный курс «Английский с рождения». Английский с года и старше, подготовка к школе, фитнес 3 лет, художественная гимнастика, бальные танцы для взрослых. Little House предлагает комплекс услуг для развития вашего ребенка и вас. Ждем вас на Ломоносова, 107. Наш телефон 8-921-67-55-155. Здравствуйте, с вами программа «Мысли вслух» и я, ее ведущий Сергей Савкин. Зачем нужны скороговорки? Для чего они? Что такое талант и как стать знаменитым? Об этом мы сегодня узнаем у наших маленьких друзей. Люда, how are you? I'm fine. Okay. Do you know what is скороговорка? Yes, I know. What is? It is... Little rhyme. And it is a name, скороговорка. Okay. Do you know what is скороговорка? Я говорю по-английски плохо. Хорошо. Давайте по-русски с вами. Что такое скороговорка? Это то, что люди рассказывают по шутке. Это когда что-то говорят. А для чего? Чтобы правильно говорить что-нибудь. Они развивают слова детей и взрослых. Буквы натренировывают, слова. Чтобы потом? Научиться быстро говорить. Скороговорки нужны, чтобы развивать речь. Миш, можешь рассказать какую-нибудь скороговорку, любую? Да мне полосы там просто... рычаг замерз у думалки. Его никак... Балладно вниз не опустить, потому что поймался там. Подумал, не работает. Угу. Ты пока отогревайся, а мы пока у Даши спросим. Ты знаешь какую-то скороговорку, скажешь? Корабли лавировали, да не вылавировали. На дворе дрова, на траве дрова. Угу. Вся братва в дрова. Бык тупо голенький бычок. У него была губа тупа. Бублик, баранка, батон и буханку. Пекарь из теста испек с позаранку. Сашки в кармашке, шишки, сушки да шашки. Да шашки. Шашки. Это которые круглые. Скажи, Люда, ты знаешь какую-нибудь скороговорку на английском языке? Нет. А на русском? Да. Очень патриотично, давай. Шла Саса по США и сосала сушку. Вот вообще слово «талант», откуда оно берется? Оттуда, что все уже хорошо умеют делать. Как ты думаешь, есть ли у тебя талант? Есть талант. Я хочу заниматься на велосипеде, потому что он у меня гоночный. Ага, это когда там всякие трюки делают, да? Да, у меня... Формула-10. Велосипед Формула-10. Ну, это шикарное приобретение. У меня есть кататься Чупа-чупс. На самокате. Кататься на самокате. Вот, я научилась кататься очень быстро. Позвали на гонки, я выиграла. У меня есть талант, что я пою. Так, а у тебя, Гош? Я хожу в садик. Что делаешь? Талант ходить в садик. Талант ходить в садик, просыпаться в 5 утра. Действительно. Мой талант – это гимнастика. Ну, показывай. Да ладно, шучу. У меня талант по рисованию. То есть по ИЗО, по рисованию ты получаешь какую оценку? 5. У меня есть талант хорошо петь. А в чем ты еще талантлив? Баловаться. Баловаться, прекрасно. У меня хорошо варить кашу. А можно ли с помощью вот этих вот достоинств стать знаменитыми? Люд, как ты думаешь? Да, можно. То есть лучшая варительница каши, правильно? Может быть такое? Да, может. Ну, не только варенье, но и можно быть знаменитым певцом, артистом, там, военным, например.
благотворительный фонд «Диана». Помогать просто. Отправьте смс «Диана100» на короткий номер 3116. И, быть может быть, ваше смс спасет чью-то жизнь. Ань, скажи, каких известных людей ты знаешь? Агния Барто, такая книжка. А кроме Агнии Барто, кто еще? Жанна Фриске. Так, она тоже написала книгу, правильно? Нет, она пела песню. Ладно, каких известных людей ты знаешь? Я знаю, знаете? Я знаю, и все, Путина. Да? Путина, действительно, очень известный человек. Еще я знаю. Кого? Черепашек-ниндзя. Пелагея. Люда, ты кого знаешь? Деда Мороза, Снегурочку, Путинка, фамилия Медведия. Медведия? Да. А что такое Медведия? Это такая фамилия у Путинка. Лиза, ты кого знаешь из знаменитостей? Ну, я знаю только своего папу. Потому что он строит ракету, показывает по телевизору. И как он строит ракету, и он летел в космос. Твой папа Юрий? Га? Га? Гагарин. Прекрасно. Гагарин? Так. Почему это Гагарин? Юрий, что, Гагарин? Лиз, давай чуть позже у мамы спросим. Первый человек, наш звездный космонавт. Юрий Гагарин. Молодец, конечно же, Юрий Гагарин. Даша, а ты каких знаешь известных людей? Он когда полетел в космос, мне сказали, что полетели, он сказал, поехали. Абсолютно верно. Это 5. Так, Даша, а ты каких знаешь известных людей? Композитор Чайковский. А как стать известным и знаменитым? Известный и знаменитый. Что-нибудь удивительное сделать на сцене. Хорошие дела. Нужно сделать, проявить талант. Ну, к примеру, что это может быть такое? Как можно прославиться? Можно стать знаменитым или поп-звездой. То есть петь песни, правильно? Да. Ну, нужно долго тренировать свой язычок, но долго учить стихотворение. Угу. Гоша, а ты знаешь какое-нибудь стихотворение? Сейчас камера уже сюда приползет, если ты будешь ее дальше за шнур тянуть. Какая еще камера? Люд, ты хочешь стать знаменитой, известной? Yes! Так, а вы? Да. Ну, может быть, но мне не хочется. Не хочу. А почему? Потому что я некоторых людей еще не знаю. Самое животрепещущее. Миша, скажи мне, как ты думаешь? Станет ли Леонардо Ди Каприо оскароносным актером? Я думаю, просто да или нет? Скажи, да или нет? Да. Нет. Да. Ну. А ты думаешь? Ну, я думаю, что у него все получится. И ты тоже думаешь? Я не знаю. Ну, а на самом деле? Точно не знаю. Даш, а ты как думаешь, получит он Оскар? Думаю, нет. Почему? Потому что... Он? Он... Не знаю. Снимался в фильме? Он снимался в фильме... «Титаник». Да. Отлично. У меня ногти накрашены уже вчера. Мы вам покажем на камеру. Это ногти покрашены вчера, а у Даши колготки с Нового года. Правильно? Да. Давайте помашем в камеру и скажем, мы знаменитость. Давайте. Мы знаменитость. Мы знаменитые. Гоша, ты? Мы знаменитые. Не мы, а я. Просто ты уже один говоришь. Давай. Я? Я знаменитый. На сегодня это все. Смотрите программу «Мысли вслух» на телеканале ГТРК. Скоро увидимся.